Так, ну что ж, всем привет, с вами снова Dark Space 96, Михаил. Я продолжаю проходить игру Deus Ex Human Revolution. В Детройте, Торонто, так, ну, Мумбаи, в прошлой серии мы разобрались с миссией. У дверей таких биотехнологических компаний, как Кусанаги, Исари и Шарик. Так, что у нас здесь нет, что? Происходит жестокое столкновение. Показалось, кажется. Может, коробка мечта есть. Разобрались с Сэндовелл, тем самым поговорили и выяснили, что датчики он не смог ударить по зонированию, и тем самым они передают там на очень низкой частоте сигнал пропавших членов исследовательской группы Меган Рид. Так, во, что у нас такое? Прокачку нашли, ак оружие. Ну, в общем-то, серии-то все это разобрались тем самым, и теперь можем отправиться уже снова в квартиру Дженсона. Оттуда там заберут. Так, что здесь там? Дверь закрыта. Так, а первый? Я думал, пятый. Всего лишь. Так, это чуть недоступно. Ладно. Access granted. Отлично. Так, нам куда интересно идти-то? По небище. Заплутать можно. Где мы вообще выбрались? А, где-то неподалеку по выходу тоже, может быть. По карте показан. Гора, слава богу, вообще не выключит, даже что-то 30 FPS пока струны. А, сейчас вот потормознула. Блин, сейчас что-то тормозить начало. Так, куда мне вообще идти по небище? Ладно. Так, а вот на красоту надо вернуться в квартиру Дженсен, там, по-моему, Малик заберет, и отправляемся уже в старую квартиру Шарифа, видимо, там что-то скажет, но куда нам дальше направляться стоит. Или этот притчер. Так, загрузка. Здесь я быстрее загрузится. Ох, Марика быстро загрузилась. Чуть после неожиданно, после игра начала как-то быстро все идти. Многих городов вышли разгневанные демонстранты. Так, это здесь так и стоит. Торонто, сидит, точнее. Мумбаи и Рио-де-Жанейро. У дверей таких... А, сейчас на него глюканет? А то он два раза уже глюканул. Вот, наш главный герой-то. И нехило. Не знаю, конечно, эти глюки, по сути, это так-то. Кайпает чем-то, знаю. Нам пока вот чем не говорят. Не намекает даже игра. Ох, красиво. Охренеть, просто красавь. Красота просто. Неописуемо. Как он открывается-то? Так, мне кажется, все-таки не сюда нам надо идти. Да-да-да. Надо на крышу. Восстановление системы безопасности. До новых, мистер Дженсен. Да, мне сюда. Где надо? Погляди, что это. Так, чем там за звуком? Посмотрите. Звук-то нормальный так-то. Хотя, может, погромче сделать. Попробуйте. Так, ну чуть-чуть. Предоставляю спонсорам. Ну и подождите, нет у нас никаких спонсоров. Мы вас облапошили на таких спонсоров. Смешно. Шутка на 5 баллов. О, как она честно угадывает, когда приехать, когда мы здесь находимся уже. Ух ты, блин, вообще. Который же указан всякую метро этой площадки, она же прилетает. Так, чё-то не могу пойти, там странно.
Что-то сразу нельзя было. Отличное расследование, Дженсен. Готов возвращаться в штаб? Да, конечно. Да, будем надеяться. Причард нашел эту частоту. Поддерживаю. Целый один прокси еще дали. У меня даже два. Странно. Что-то я один уже прокси еще не использовал, потому что серия-то пропакована. Уже до прокси имеется. Только, конечно, начал прокачать. Что использовать, не пойму. Ой. То ли система тайфуна, хотя она убивает, по-моему, но против босса тут будет полезно. Хотя против каких боссов-то, что против одного. При последнего. Последний там вообще он не понадобится. Хотя это против. Нет, не буду использовать, наверное, все-таки. Прокачаю, но не знаю, буду ли вообще использовать этот тайфун. Очень быстро загружается. Да. Дженсен, для тебя сообщение от Причарда. Mm-hmm. Он просил передать, что его нет в офисе. Прелестно. Что именно мне нужно сделать? Я не знаю. Он сказал, чтобы ты зашел к боссу. Сначала мы думаем... Так, где у нас эта дверка, которую он не мог я получить доступ-то? Или я не получил? Ага, не мог. У меня есть, интересно ли... Марика, есть? Так, где мне по нулевым? Ну, о, два есть, что-то. О. Мне, по-моему, пятый пока уровень недоступен. Хотя у меня практика-то есть. Можно прокачать пятый уровень. Ладно. Используем. Давай. Ох, надеюсь. Огроменный-то ничего просто. Сокровище. Надеюсь, их хватит на все, все возьму. Ну, почти. Думаю, сейчас используем модификации. У нас целых куча три штуки было. Так, система двойного выстрела. Нафиг мне нужно. А, с комьером-то можно. С дробовиком. Во. Это с чем можно? А, с пистолетом, думаю. А вот это вообще увеличение емкости. То уже с пистолетом. Револьвер, бронебойная система, оружие просто. А, хотя, может, используем еще. Это продадим потом. Может быть, в хэнши. Так, что, закрывайся. Отличная игрушка идет, молодца. Вообще радует даже. Так, у нас там Причард. Какое-то сообщение, только я прозабыл уже даже, почему там сообщили там. Так, тихо-тихо. Так и представляю, как все в Тайюн, собравшись у телевизоров, смотрят предвзятые фонтаны, смеются над нами, как мы заперлись в кабинетах в страхе перед толпой психов. Не более того, наверняка... Арестованный активист, ух ты, с АСН давал. Почему полицейские не могут просто объяснить толпу, чтобы мы ушли? Марика. Так не делается, Кристиан. Пошло где-то, наверное, несколько минут. Есть такое понятие, как общественный порядок. Так быстро произошло. Да я просто хочу попасть домой, чтобы посмотреть матч Пистонов. Да. Сегодня вечером, после появления в эфире пик скандального... Ах ты, Стаккарт, засраница. Не поддержал даже как-то. В Детройте, Торонто, Мумбаи и Рио-де-Жанейро... Там нашим психологическим чрезвычайному положению. Быстро, быстро его. Хотя зря. Все-таки он не такой плохой по пытаться оказался. Лучше, чем Такер, точно. Много раз. Как мне кажется. Так, а мне куда вообще интересно? Ведь так и в этом положении готовности. Номер один. Как будто структур рвется прямо сюда. Сейчас там такой баррикад, который там устроили. Вспоминается немножко пенумен в Пенубаре. Там тоже, по-моему, тоже было немножко. Там на баррикаду.
соорудили. Какие-то монстры защищались. Шариф? Дэвид вышел на минутку, мистер Дженсен. Входите, я давно хочу с вами познакомиться. Мистер Дэрроу, я удивлен, что вы знаете, кто я такой. Дэвид вами очень гордится. Говорит, когда дело доходит до расследований, вы словно пес с костью. Уже нашли своих ученых? Что еще Дэвид вам рассказал? За все эти годы достаточно, но сегодня я здесь как друг и ученый. Столько всего происходит, а? Столько людей с революцией в сердцах, а то он требует вмешательства. И все из-за созданной мной технологии. С тех пор многое поменялось. Да уж. А теперь мой друг Дэвид хочет, чтобы я привел нас на землю обетованную. Он просил пригласить членов Совета ООН на Панхею и убедить их, что индустрии не требуется внешний контроль. Это ваш геоинженерный проект в Арктике? Его было бы невозможно создать без модифицированных рабочих. Когда все будет готово, моя маленькая дыра в океане остановит глобальное потепление. Это будет хороший пиар, правда? Если сработает. Ты хочешь сказать, если это не убьет нас всех? Адам, ты вернулся. Мы можем выйти и поговорить? Сынок, беги к вертолету. Ты возвращаешься на остров Хэнша. Фрэнк засек один из передатчиков. Только один? Это? Шевченко. Адам, учти, пришлось надавить на людей в Минобороны, чтобы сделать это. Значит, заговорщики знают, что я скоро буду. Угу. Будет небольшой сюрприз. О, которого, конечно, просто... Так, где? А, здесь ее нету, что ли? Ох, ни килл, ни защита. Нет, эти, конечно. Не такой высокий, но... Так, иди сама интересная. Как там ее зовут-то? Афина Маргулис. Красава. Ну да, защитить обычно. Так-то все неплохо, конечно, идет, но, видимо, нас какой-то сюрприз там будет ждать на Хэнше. Так, где же? А. В общем, продвигаемся дальше, дальше. Здесь, по-моему, вроде уже больше ничего не осталось, никаких дополнительных квестов, как я помню. Все мы здесь выполнили, так что можно пролезть уже на Хэнше. Без угрызений совести, как говорится. Все сделали, все выполнили. Ты был в пентхаусе? Они уже ушли? Они? Телохранители чертовы. Как будто кто-то может угрожать отцу-основателю технологии модификации в этом здании. Ха. Афина, там снаружи черт знает, что творится. Я вообще удивлен, что он здесь. Отчаянные времена, Адам. Ты сегодня нанес хороший удар по репутации фронта человечества. Но я боюсь, что этого недостаточно. Дэрроу упоминал возможное вмешательство ООН. На них теперь со всех сторон давят. В такой обстановке становится трудно удерживать людей на нашей стороне. Если мы хотим не дать им принять законы, ограничивающие исследования в области модификации людей... Нам нужна крупная артиллерия. Что скажешь о Дэрроу? Хью? Он гениален. Дэвид в молодости его боготворил. Какие разговоры они вели круглыми ночами. Все огорчились, когда он отошел от дел и продал все, что у него было. Чтобы финансировать Панхею. А, нет. Это началось потом. Когда он ушел, я... Я думаю, Хью просто надоело быть в центре внимания. Он был раздражен и в первую очередь утомлен. Но ему с его талантом трудно быть в заперти. Не бойся. Дэвид его убедит. Вот так даже. Надоело ему с этим заниматься. Да уж. Редкая особенность. Людей, которым по уши в славе, вдруг надоедает им полностью этой славы. Босс говорит, мы возвращаемся в Хэнше? Причерт отследил сигнал Шевченко. Если он жив, то может быть и все остальные тоже. Это большое достижение, Дженсен. Нам уже давно не слабо везет. Как скажешь. Готов отправляться?
Ну, в общем-то, да. Реально лишь настоящее. Поехали. Тогда запрыгивай. Да, нас там что это очень большой сюрприз. Я помню. Неожиданно, по-своему, оказался. Просто интересно. Сейчас будет очень интересный момент. О, так, да. Ну, в общем-то, сейчас все увидим. Пока говорить ничего не буду. Здесь побыстрее. Предыдущие загрузки быстро загружались-то. Маленько в поезд что-то спало. Плохие новости, шпион. Мальчик-шпион? Транспортное управление Хенши аннулировало наш пропуск, нас отправляют в другой район города. Мне это не нравится. Но просто забить на это тоже нельзя. Конечно. Китайское правительство, придется подчиниться. Браво, эхо, эхо 008. Направляюсь по указанным координатам. А, вот сюрприз. Какого черта? У нас на хвосте зенитная ракета. Дженсен, сбой всех систем. Держись, мы падаем. Да. Прыгай, Дженсен. Вот это поворот событий. Ой, сейчас посмотрим, получится. Малик, у нас гости. Знаю, но вертушка повреждена. Так, погоди. Сначала придется ее подлатать. Так, не понял. Так, что бы нас пользовать против? Левайер убивать я не буду. Так, мина у меня. Эти мина, где мне? О. Хотя можно сколочь использовать пока. Он тоже неплохо сам будет. Нафиг тихоровух будем бивать. Так, вот это полностью восполним. Используем максимум. И больше ничего нету. Так, а прокачай калашу, не знаю, тайфун что ли. Если мне уж полезен будет. Все-таки. Я останусь и прикрою тебя. Нет, уходи и разыщи доктора Шевченко. Со мной все будет нормально. Ты для них легкая мишень. Блин, что-то меня покоцали. Насранцы. Почему? Не обязательно. Но это твой единственный шанс проскользнуть мимо них незаметно. Так что уходи, Дженсен. Это иммигрант использует-то. Так, где Мими? Так, жива? На сранке, а вот хватит там стрелять. Стрелять надо теперь этого. Хотя достать, а? Да, беги, чтобы быстрее.
Где ты? Стоять! Ты где? А ну-ка, повернись. Ох, черт, только не падай. А ну, Дженсен, вертушка в порядке. Я взлетаю. Продолжай это чертово задание. И... спасибо, мальчик-шпион. Пожалуйста, девочка-вертушка. Вообще, слава богу, мы тебя спасли. Ох, ну, в общем, успели. Всех вырубили, никого не убивали, кроме робота. Даже неплохо получилось. Так-то все, по-моему, живые. Или нет, это тут один пол все-таки мертвый. Ну ладно, пофиг на него. Это не важно для меня. Сам нам всех остальных повырубали. Все пустые какие-то. Что за? Чё там? Бедный упал. А где твоя снайперка вообще, интересно? Уронил куда-то её. С оптом разобрались. Все скучные, видимо, что ли, вообще это против них бесполезно, что ли? Непонятно. Но всё равно срок как-то должна всё-таки была. Думаю. Но получили по-своему эффектно. Красиво. Быстро. Блин, да что такое? Хочу вот этого обыскать. А белый никак не берет. Не знаю, продать надо все, конечно, потом. Ну все, в общем, обыскали. Все взяли, что надо. Ах ты! Какого? Хрен, я бы сказал. Это что еще забыл такое? Это что еще забыл за... Ну, ох, слава богу, сохранение хотя бы было. Момент проходить точно все равно не надо будет. Блин, что такое? А-а-а! Ну, отлично просто. Ну, блин, дай её тебе. Ту мину, которую я, видимо, поставила, она же убила. Ну, черт дери. Ох, вот везет. Хотя нафиг их обыскивать-то. По-моему, там. Я помню, что у кого есть, что у кого нет. У кого не было. Кто пустой, кто не пустой. Банка про энергии, о. Не зря обыскал. А, не так даже. Так, сохранится. Блин, я так-то должен, думаю, отминировать ты именно. Пустой не должна, думаю, потратиться. Всех уложил на лопатки. Так, а вот... Фу, тайфун. Тайфун, конечно, вообще никогда не пользовался. Первый раз, кстати, не знаю, может, вообще там никто ими не воспользовался вообще. Фигами, что эта штука-то. Так, мель тычется, по-моему, не убивает, так что можешь спокойно по нему ходить. Ну да. Так, приседай. Так, тогда следопыта дали, отлично. Защиту электричества прокачал. Ох, мин сколько. Не знаю, конечно, нужны ли мне сейчас уезжать эти мины. Точнее, гранаты. Вот этим проход можно было таким образом войти, если не спасать, не спасать Малик. Ладно, все, идем дальше. Фу, ходим наконец-то. Из этого жуткого места. Ох, да, помню, первый раз там вообще я ее не смог спасти. По-моему, там даже можно по-другому. То есть там либо корабль взрывается, то есть эта вертушка. Либо вообще просто она там... Дженсен, я отслеживаю передачу данных в районе Хэмша. Белл Тауэр тебя ищет. Точно. Мы попали в засаду, Причард. Нас вынудили совершить аварийную посадку. Малик чудом успела выбраться. Но они должны были быть...
на нашей стороне. Просто держись от них подальше, Дженсен. Если тебя узнают, откроют огонь. Найти передатчик Василия Шевченко. Так, 1000 очков дали. Интересно мне там. Ну и пока. Так, тайфун прокачать, не знаю. Так-то мне, конечно, осталось так много прокачать. Хотя не так уж мало. Ну, думаю, может успеем еще до конца игры-то. Вот так уж мало осталось. Так, здесь, по-моему, ничего нету. Как я помню. Полезного. Так что спокойно можно уходить. Да уж, первый получился, первый раз пройти. Никогда такого не... Ух ты! Какой... Ни хрена себе! Чем происходит? Все... всех коробят, а... Ты ничего не упал, даже башку ударился. Вон глюк какие-то начинаются, план героя. Да и всех, кто имеет, видимо, импланты. Даже непонятно, что происходит. Ничего с тобой такое. Ты вообще попрыгнул еще раз. Смешно просто. Так, а мне куда интересно идти? Так, что все встревожены? А, точно же. Дженсен, это Причард. Ты в курсе последних новостей? У меня слишком много дел, Фрэнсис. Дженсен, Всемирная организация здравоохранения советует всем, у кого есть импланты, обратиться в клиники Протез. С технологией биочипов возникла проблема. Это из-за этого у меня бывают глюки. У всех нас они бывают. Ну да, конечно. Я пока не могу понять, почему. Ты пойдешь в клинику? Надо еще пару тестов проделать. Зиги такие небольшие. Но так как на тебе я их проделать не могу, а когда ты вернешься, мы не знаем, тебе тянуть не стоит. Так, нам не только не туда, надо... Решай сам. Все-таки сходить в протез, да. Протез бы нам сначала направиться, потом же... Там, по-моему, квест еще возьмем. Небольшой дополнительный. Тебе нельзя здесь находиться. Уходи. Блин, что, тебя не пропустят? Дайте побежать хотя бы. Мне здесь нужно пройти. Ну вот, все успокоились. Если, конечно, я помню, где именно находится этот клиника протез. Туда ли вообще иду? Где-то здесь должна вот. Блин, не здесь. О, так, спутать бы еще не хватало. А нет, там точно туда. А, вот сюда точно шел. Слава богу. Так, если сюда отходит, по-моему, еще туда. Передающего нервные сигналы непосредственно в неорганические ткани. Она выставляет. Но при этом мы стадиум, кажется, конечно же, очками Проксиса, а не менять, как сказал нам Причард, чип этот. Чип точно менять не стоит. Я уже пробовал первый раз, когда проходил игру, поменял чип. И тем самым это, конечно, привело не самым хорошим последствиям. Отразилось потом на битве с боссом третьим. И, черт, конечно, не знаю, спасло только лишь... не помню, что, гранатомет. Гранатометом его только завалил. Без всякого интерфейса, без всяких там оружия. Так. В общем-то, без наших имплантов. Может, пришлось войтись. Так что чипнять не будем. Апгрейд? Есть проблема с интерфейсом периферической нервной системы. Мы ставим улучшенный чип. Хотите, да? Верно. Нет, конечно. Подумаю об этом. Клиники всегда дела. Но я продам вам, если вы что-то хотите. Давай. Черт, 6 тысяч, не хватит на 2 очка. Прошу прощения. Че купить, продать еще надо при этом. Дженсен? Да, кредит, конечно. Так, где-то магазин, помню. Сначала магазин бегать. Хорошо. Так, ладно. До свидания. Так, ну ладно, возьму квест. Сэр! Сэр! Можно вас на минуту? Если не ошибаюсь, вы мистер Дженсен? Зависит от того, кто спрашивает. Прошу прощения, мистер Дженсен. Как грубо с моей стороны. Меня зовут Вин Хуэй. Я врач. Это я вижу. Но мне интересно, откуда вы меня знаете? Да-да, конечно.
прошу прощения. Я немного нервничаю. Недавно здесь были агенты Белтауэр. Они искали человека, похожего на вас. Они вас обсуждали, и их слова натолкнули меня на мысль, что именно вы мне и нужны. Так, ладно. Для чего нужен? И осторожнее, доктор. Я вот-вот могу потерять терпение. Нет, пожалуйста, вы не поняли. Я лишь хочу кое-что с вами обсудить. Вопрос довольно сложный и очень деликатный. Честное слово, мистер Дженсен, я никогда не заставляю кого-то идти против собственной воли. Даю слово. Рад это слышать. Так в чем же дело? Боюсь, подробности я вам раскрыть не могу. До тех пор, пока вы не согласитесь мне помочь. Я хочу, чтобы кто-нибудь остановил очень опасного солдата, оснащенного имплантами, и, возможно, его сослуживцев. Если агенты Белтауэр говорили о вас правду, вы сможете это сделать. Хорошо. Ладно, ладно, сделаю. Рассказывайте. Благодарю. Одна просьба. Учтите, что я раскрою вам конфиденциальную информацию о нескольких лицах. Я понимаю, доктор. Я никому ничего не выдам. Очень это ценю, мистер Дженсен. Вы, очевидно, знакомы с Белтауэр и их влиянием в этом городе. Однако вы, возможно, не знаете, что иногда они нанимают врачей из сети протез, таких как я, для работы над особыми проектами. Что за особые проекты? То, что у вас в Америке называют черными операциями. Белтауэр отбирает своих лучших солдат и устанавливает им особые импланты. Экспериментальное сверхсекретное оборудование. Не хочу показаться циничным, доктор, но меня это не удивляет. Подобное происходит вот уже много лет. Да, уверен, правительство обеих наших стран занималось подобными экспериментами. Но Белтауэр не правительство. Это частная корпорация. Частная армия, которая будет служить тому, кто больше заплатит. Так вы хотите, чтобы я остановил Белтауэр? Конечно, я их ненавижу, но я один. Нет, мне нужна помощь не против Белтауэр. Дело в одном из их тайных агентов. Этого человека зовут Майкл Железный. Ему установили экспериментальное оборудование, которое выходит за рамки закона. К своему стыду должен признать, что операцию проводил я. И он участвовал в бесчисленных секретных миссиях. И для Китая, и для других. Похоже, он один из тех, кого постоянно стоит держать под контролем. Именно. И все же с месяц назад до меня дошли слухи, что мистер Железный и несколько членов его отряда дезертировали. Спустя 2 недели произошло идеально спланированное убийство одного городского чиновника. Уверен, это сделали они. А потом, несколько дней назад, мистер Железный лично связался со мной. Ему потребовалась срочная помощь с имплантами одного из его ребят. Я так понимаю, вы согласились помочь. Меня позвали на склад мясной лавки на улице Паньден в районе Юджао. Там я провел экстренный ремонт имплантов одного из агентов. Заменил сервопривод. Насколько я понимаю, в той кладовой их убежище, мистер Дженсен. Отправляйтесь туда и заставьте мистера Железный прислушаться к голосу разума. Сделаю все, что в моих силах. Не сомневаюсь, что вы справитесь. Мистер Железный солдат, а не маньяк. Он, несомненно, увидит параллель с вашей ситуацией. А если что-то пойдет не так, его необходимо ликвидировать. Думаю, вы справитесь с заданием. Или хотя бы останетесь в живых. Ты дает вообще. Или хотя бы останетесь в живых. Как будто в этом даже не уверен. Ой, да, так, надо сначала бы, конечно, жвачки эти практически скупить 2 очка. Нужно все-таки. Где-то еще сколько там? Так, что, у меня есть ключ. Вернуться интересно. Перебраться придется. Надо, конечно, добраться до магазинчика. Начать, думаю.
Да. Не хватает всего лишь там на Дианзингарс. Проксис. Где там 300 чем так очков. Точнее. Так, где у меня магазин-то может быть? Чуть не здесь. Че, надо всех снова уходить, снова ходить. Всех придется обходить. Нет, ты! Тебе нельзя здесь находиться. Уходи. Ну, не здесь мне же брать. Понял бы еще как. Где это? Проходил. Придется всех обходить. Так, сюда, нам туда вообще-то надо. Отойдите, сэр. Это а, не туда. Или не туда. Я сейчас сам запутал. Нет, сюда все-таки. Так, 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 быстрее, быстрее. Чё-то энергия, конечно, быстро мне тратится энергия-то, выносливость. Слишком уж быстро. Так, а раз нам туда нужный магазин-то. Эй-эй, я тебя знаю! Это тебя разыскивает Bell Tower! Я узнаю тебя по фото! Вы обознались. Если так, что мне за это будет? Я и закричать могу, мне не сложно. Но нахала. Могу держать рот на замке за пару купюр. Обойдешься. Я могу найти и другой способ заткнуть тебе рот. Навсегда. В этом нет необходимости. Шантажист. Теперь-то я вижу, ты намного выше, чем тот преступник. Кто бы сомневался. А теперь вали отсюда. Пока пендари не дали. Он, блин, нахал, нашелся. Шантажирует Дженсона. Укрепленного всеми имплантами, что можно, конечно. Он бы одним ударом просто оправил на тот свет. Будем терять время. Я хочу так, в магазин. Можем как раз. Ты хочешь полететь лучше, если есть. Думаю, продать что-нибудь. Так, что у нас там можно продать-то? Винтовка, патроны. Я вот этой винтовки тоже. Мне так не сильно нужно. Потом все равно наберу. По-моему, это вообще оружие нету. Револьвер патроны оставлю, а снайперские винтовки тоже патроны. Так, тайфун тоже мне пока не нужен. Потом сразу. Так, револьвер оставим, пистолет оставим. ПФС тоже боевую винтовку продадим. Дробовика тоже продадим. Так, вот у нас есть. Это тоже. Мин, конечно, поломи. Там и гранаты, все гранаты. Потом наберу. Оставлю пока мины. О, 10 тысяч есть. Так, а купить нечто устройство, они там есть взламывающие? О, есть. Все 4 купить. Блин, не хватает из этого. Покупать-то ничего не, в общем-то. Ну, продадим сейчас, думаю, еще чем-нибудь. Устройства мне точно нужны. Не на потом, ну, каплю. Ты меня разоряешь? Вот, точно. С тобой трудно иметь дело! Да ты даешь вообще. Мы столько продали. А ему мало. Точнее, купили все равно они. А рекать сидит. По-моему, прошерстником никого не было. Так, мы быстро чекаем практик, свернемся. Поэтому нам все равно туда надо. Чтобы дополнительный квест выполнить. По-моему. 89 метров. Что-то не знаю, что ли, тут. Тебе нельзя здесь находиться. Уходи. Ладно. Выходи сюда. Отойдите, сэр. Это вас не касается. Мы проходим мимо, чем там, не знаю. Прицепились-то. Так, все это в том районе находится. Но сначала все-таки нужно клинику протез. Быстрее, да, к визячке практисы. Ну, ты... Элизабет Дюклер, представитель ВОЗ, подтвердила, что причина этих нарушений... Мы торопимся. Чуть странно-то не может быть, понятно. Очки практис надо купить и все. Хотя, что вернем все равно, ну ладно. Чтобы я потом не мается. Вы хотите сделать апгрейд? Так, нет. Подумаем. Клиники... Ну, а мы точно не будем делать. Так, вот это
Блин, еще не хватает. Надо идти. Небо не красное. Ну ладно. Потом все равно повернусь. Приведу точно эти баночки. И нам понадобится, чтобы остановить батарейки эти. Ладно, сейчас пролемимся, пока на планете здание выполнить. Этим железно разобраться. Помните, как я сам как раз начинал заниматься такой. Только до конца там не смог пройти. Но мы сейчас пойдут точно домой. Так, нас продолжают искать. Тим по это, в общем-то, ищут Дженсен, но при этом не знает, что как он выглядит. Да, ну давно бы заметили, думаю. Если бы знали, как он выглядит, конечно. Его заметили бы и начали бы стрелять, думаю. Так, нам не сюда, не сюда. Так, тихо, давай поднимайся, надо... Да, чё ты мимо промахиваешься? Так, тихо. Не подходи! Назад! Как будто мы так прямо... Мы так близко прям подходим. Нам надо... Трубы район идем направляться. Нам пора в другой район. Давай так стоит. Надо проходить мимо, спокойно. Ходят слухи, что Хюдерова хочет провести внеочередной саммит. О. Да, точно. В другом районе все находится. Это, по-моему, там, по-моему, еще один квест есть. Надо будет тоже взять, чтобы заодно выполнить. И по все так-то в Хеншпом никаких квестов не должно быть. Так-то. Кроме, может, все, на озеро, мистер Дженсен, это Хью Дэрроу. Прошу прощения за вмешательство, но Дэвид уверил меня в вашем желании сотрудничать и сохранять конфиденциальность. Мне нужна помощь. Я слушаю. В Хенша есть мой человек, Мэняо. Она расскажет вам все подробнее. Передаю ее координаты. Так, у нас, видимо, опыт это не наверху. Ладно, придется подняться. Так, сначала, думаю, один квест возьмем, потом другой добьем. Так, где он у нас? Где-то вниз за 36 метров. Будем надеяться, он оправдает слухи о себе. Так, сейчас я мистер Дженсен. Мы слышим, что он говорит. Спасибо, что уделили мне время. Я Мэняо, помощница мистера Дэрроу. Я возглавляю одно из его подразделений в Хэнша. У вас... Отличные рекомендации. Серьезно? Ваш босс отзывается о вас как о ценном ресурсе. Говорит, что вы всегда выполняете поставленные перед вами задачи. Такой человек, как вы, нам определенно понадобится. Ладно. Будем надеяться, он не ошибся. Не сомневаюсь, что так и есть. Мистер Дэрроу доверяет не всякому. Вы должны